Так, ну что ж, всем привет. Будем проходить Life is Strange. Пытались уже пройти один разочек, прошли только один эпизод. Сейчас будем второй эпизод играть. Здравствуй, Фырыч. Не спится? Возможно, возможно. Сейчас я только чатик рублю на телефоне, хорошо? Ты нормально слышишь? Тиги Бомбони, привет, не спится. Здравствуй, Макс. Ну, относительно. Пока ролик вырезал, делал что-то там, как-то, короче, не знаю, не хочу спать пока что. ПВ тоже не хочу играть. Да, слышно четко, хорошо. Прикусил язык, короче, вдохновляет сильно, так что, сори. Поехали в игрушку, потом залетим сразу. Так, у нас, по-моему, кошка вода у нас, да? Да. Так. Вот этот эпизод мы не проходили. Второй эпизод. Начинающий барыга, скоро экономику круши будем, да? Да, да, Макс, конечно. Че, поехали? Проходить. Не буду вычитать сейчас все, что там есть, потому что, ну, вслух, потому что язык прокусил, не очень удобно. Такое. In the previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! Смотрим, что было в прошлом эпизоде. Тупо что это за хуйня? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? Читаем и жгуем. О, косяк. Косяк. Ну, язык прикусил, кому он. Что вы начинаете? Я вообще не хотел с ней стримить что-то. Ну, делать реально нехуй. Чек у YouTube сидел лицо и просто тупо нехер делать. Капец. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Six months ago. Че, начнется эпизод, мы посмотрим, может почитать. Но они быстро очень, субтитры летят в этом КЗ. Так, язык прикусил, не знаю. Либо обжег, либо прикусил КЗ. Одно из двух. Так, ладно, поехали. Надо эпизодик пройти, наверное. А то выручу, обещаю, уже Life is Strange лет 100 проснуться, блядь. Ну давай проснемся. Проснемся. Своими зубами хоть надеюсь. Музычка, за которую нам авторские права въебут, и мы этот улетим в бан. Там, кстати, вы слышите хоть музыку там? Вон, мне прибавить звук вам или нет? Грешник. Прибавлять звук, не прибавлять? От этого. От игры. Или вам хватит столько? Я, по-моему, второй эпизод не играл. Да, фон норм. Хорошо, хорошо. Прикинь, я, по-моему, второй эпизод не играл. Типа, не помню вообще. По-моему, я тупо не играл в него. Поэтому для меня будет что-то интересненькое, что-то новенькое. Музыка классная, на самом деле. Прям охуенная. Даже громковат. Но здесь вы меня слышите. Я сейчас тихо говорю, просто хз. Не хочу. У меня музыка громко играет, я вообще не знаю, как я говорю. Чутка. Ну давай, чуть-чуть оф, но чуть-чуть. Чуть-чуть. Писечку. Ну да, музыка атмосферная. Не, тебя слышно. А, ну хорошо, тогда. Короче, она говорит, что она очень сильно устала, и она хочет полежать, чтобы восстановить немножко сил. Ок, да. Это я придрался, так сказать, понял тебя, Фэнч.
Блин, бесконечно, пробел. Мы встаем, встаем сразу. Лежать-то можно бесконечно. Но мы встанем, пойдем. Будем пытаться что-нибудь пройти. Всем привет еще раз, кстати, ребят. Будь супергероем грязное занятие, понял, понял. Так, что там по расписанию, посмотрим. Миссис Хойда is still out sick. А она сегодня какой день такой? Somebody say she has severe depression. Бля, какой день дома сегодня? Я посмотрю календарь. Так, давай взглянем в сумку. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Good morning, Close. I hope you slept well. Now, shall it be my она вообще это освещение. Would Man Ray call them selfie portraits? Так, это очень странная хуйня, ну ладно. Можно на гитаре поиграть с этим. Ага. Мы уже играли, правда, ну ладно. А если музыка играть, она будет музыку на музыку. А, она будет дополнять, понял. Прикольно. Ну ладно, поехали. На гитарке ты умеешь играть, поехали дальше. Так, 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 так. Вообще, в принципе, мы все шмотки смотрели здесь. Интересно, хоть один из этих фильмов основан на реальных событиях. Понял. Давайте точки польем. Drink up. It's got electrolytes. Так. Это действие будет иметь последствия, то что мы полили цветы, понял, да? Окей. Так, это мы смотрели. Давай ноутбук посмотрим, пошёл. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Не, не хочу читать слишком много. Бля, Рус, что случилось, выручи. Ты спать пойдешь? Ты первым в студии их поливал? Не помню. Не помню, выручи. Ты что, бля, первый эпизод играли где-то месяц назад, ты что? Больше, чем месяц. Катюша уже месяц назад у меня была здесь, алло. Так что ебать, это было давно. По-моему, я не помню. Не, не помню. Так, блядь, откуда я знаю? А, пойдем отсюда. Ну, даст нам выйти, да? I better not leave without my shower supplies. В душ, типа, надо сходить, что ли? It will be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Так, а где наши мотки в душ? Да я уже... А, взять можно, я взглянул, понял. Окей, Макс, let's hit the shower. Короче, если их часто поливать, то они сдохнут, ничего страшного. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Ничего страшного. Так, не, господи, фу, что-то, бля, забей. Ничего страшного, умрут, умрут, похуй. Gordon, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. Так, I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Ow! Все. Я хочу в туалет, алло, блять. Или тут душевая отдельно. Gross. Vortex Club are such pigs. I'm glad I pissed them off. Туалетная бумага. Давай взглянем на туалет. One quick rewind and I could stop this TP attack. Чё там ты хочешь? Ладно, хочешь предотвратить, типа, если отмотать? One quick rewind and I could stop this TP attack. Ну давай. Аж плохо стало. Как предотвратить? Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow. Я уже сделал. Я уже сделал. Thank you, Max. Уже мотнул времечко. Чпунька. У нас плюс одна подруга, окей. А вот и душевая. Пойдем.
Пойдем мыться. Да, я сам уже сделал. Вот давайте побездим с этой бабой. Сначала взглянем на нее. Кейт совсем никакая. Вот бы Дэвид от нее отъебался. Как сказала бы Хлоя. Понял. О, Эм, привет, Кейт. Прости за вчерашнее. Да, спасибо за то, что ничего не сделала. Ты такая же, как и все остальные. Неправда. Я хотела помочь, но... Без разницы. Уже ничего не изменить. Понял. Кстати, Макс, моя октябрьская страна. Все еще у тебя? Типа книга, что ли? Да, конечно, потрясающая книга. Не думал, что Брэдбери настолько поэтичен. Можешь сегодня вернуть ее? Мне нужно сделать пару пометок для занятий. Конечно, принесу ее тебе чуть позже. Понял. Что-то интересного есть. Зубы чистить мы не будем, да? Она тут нет. Она не чистит зубы у нас, я понял. Так, только одна, сука, душевая есть. Это занята, я понял. Ну, поехали использовать. Сейчас что-то произойдет, наверное. То 18 плюс контент. Сейчас у этой кукуха ебанет как. What's up, Kate? Такая WhatsApp. That's it. Уроками и всё. Но там видео ты занималась явно не домашкой. Виктория, это был не я. Oh my God, right. Ну да, конечно. Don't be shy. Да не стесняйся, кстати, на видео ты отладно работал язычком. Заебись. А, падно, отладно, блядь. Когда-нибудь вы об этом пожалеете. Теперь ты знатная интернет-шлюшка, а какая жалость. Понял. Похоже на то. Я знаю, что Нейтан накачал ее. Понял. Опа, сиськи, да. I still have goddamn paint all over my face. Max Selfie thought she was a badass taking that picture. I should have beat her down. That was so uncool. She's jealous because Mark, Mr. Jefferson, knows I'm going to win the Everyday Heroes contest. He thinks Max is a joke. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil так, biatch. Надо презерти, будь ты говна, по-моему. Ну или стереть ссылку, если можно. Я так одеваюсь быстро, а это кто будет спала, ой, этот утираться? Ну давай сотрем, ладно. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Какая же ты, твою мать, жестокая. Ну давай сотрем, хуй с тобой, давай. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Зубы чистить будешь? Или умоешься только? А, там у кого-то водичка же забыл. Бля, го еще? Или больше нельзя? Больше нельзя. Бля, у меня дома такая чехуня с напором воды. Опа, такой сайт или есть? Ну, наверное. Так, ну что, вернемся домой, переодеться надо. Или в туалет сходим. А, он закрыт, я понял. Комната Макс, и у нее что-то тупо везде все пошло. Я понял. Да она сделала, интересно. No fucking way. Да, такая, да ну нахуй просто. Художник, а, это нам сделали.
after I find Kate's book. Только на пустышка. Понял. Сука, нам комнату разворотили. Давай приберемся. Бля, лучше показали бы, как она убирается. Ладно. Very zen. Except for that bullshit graffiti. Кто там пишет, ну? Так. No book here. А, надо книгу найти, сука. Косячница, пизда, минус книга. Да бля, купи новую. Или не взять. Ну воду может уберем, нет, стакан типа так оставим. На книге, серьезно, камон, алло. Стой, мне аж плохо становится. Нахуй так много мотать-то? Мне еще кажется, что мы там ссылку не этот не стерли. Ага, you sneaky book. You're mine. Волк среди нас не играл, нет. Тоже не интерактивный фильмец. Хотя фильмец вообще топчик, не знаю, не играл. А мы сможем. Прям тут писать надо. Жак тут нельзя ничего ввести, да? Ну, прикольно. This wormhole thing makes total. I would then, and I thought I was into Halloween. Dana is not messing around here. Так, надо переодеться. Переодеться надо. В смысле, ты что? А, бля, прибраться заново надо. Мы же мотнули. Та-да! Та-да! I do love a clean room. Very zen. Так, книгу я взял. Except for that bullshit graffiti. Так, оденемся. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Ой, ребят, ну зачем надо Resident Evil пройти? И эту и Life is Strange пройти, чтобы найти что-то другое. Не хочу 50 игр этот начинать одинаково. Ну, блядь, 50 игр начинать, смысла нет. Now I can finally take this back. The Max Caulfield photo memorial wall. Так что надо по чуть-чуть проходить понемножку. Так, ну что, поехали, книгу отдадим, то пизде. А это стереть нельзя, Victoria, да? Victoria, of course. That's what I get for making fun of her. Bitch. Ой, хуй с тобой. Стоп, мы сейчас мотнули же назад, типа, время. Схуяли там этот. Так, сейчас прочитаем. Бля, так, в душ там есть ссылка? Или мы... А, бля, мы мотнули, типа, она не стерлась, да? А, не, стерлась, хорошо. Так, оп, читаем. 1 октября. Октябрь – мой любимый месяц. Лучшая погода в году. Люблю смотреть, как листья меняют цвет, превращаясь в крошечные огоньки. Но сейчас все же еще чертовски жарко. Спасибо глобальному потеплению. Поэтому нельзя насладиться ни пальто, ни свитером, ни ужастиками. Но ничего, скоро Кейт одолжила мне октябрьскую страну Роя... Рэя Брэдбери. Я почти не знакома с этим автором. Когда Уоррен узнал об этом, то чуть не вышвырнул меня из почетного клуба гиков, не дав забрать диск королевской битвы. Но он очень точно передает атмосферу осени в маленьком городке. Скоро Хэллоуин. Последний раз, когда я наряжалась в костюм, рядом еще была Хлоя. Где-то в старом альбоме даже сохранилась фотография. Нужно найти годную вечеринку по случаю Хэллоуина, чтобы наконец влиться в коллектив. Ну или заглянуть в бассейн на мокрую вечеринку циклона. Или правильно, вечеринку обмочившуюся. Ты такая забавная, Макс. По крайней мере, я пытаюсь выбраться из своего кокона. Нельзя же ожидать, что несколько недель в Блэквилле полностью изменит мою жизнь. Как любят говорить мои родители. У тебя еще уйма времени. Понял. И в этом страниц много, мы просрали даже. Ну, почитаем страничка. 7 октября. Пожалуй, это самая странная запись в моем дневнике. Даже не знаю, с чего начинать. Наверное, самого причудливого сна в моей жизни. Я оказалась в эпицентре бури, возле маяка, пока не подошла к краю пропасти. Затем я увидел огромный торнадо, надвигающийся на Аркадию Бэй. Сон был таким реалистичным. Могу поклясться, что чувствовал капли дождя на лице. А еще я была до смерти напугана. Затем в маяк врезалась лодка, и я была уверена, что вот-вот умру.
Но тут я очнулась в классе мистера Джефферсона, хотя даже не засыпала. Я чуть не свалилась со стула. Джефферсон задал мне вопрос, но я запорол ответ. Конечно же, Виктория воспользовалась моментом и только ухудшила мое положение. Она ужасный человек. Мне не хватило смелости отдать фото для конкурса «Герой дня», в отличие от Виктории, которая, как всегда, заигрывала с Джефферсоном. Он очень классный и явно хочет, чтобы я добилась успеха. Так, я ужасно себя чувствовала и захотела уединиться в туалете и умыться, чтобы забыть об этом ночном кошмаре или дневном. Влетела красивая бабочка, и я решила ее сфотографировать. Как только я сделала снимок, в туалет ворвался Нейтан Прескотт. Он был весь на нервах, говорил сам с собой. Я спряталась, и тут вошла какая-то неформалка. Они начали спорить о деньгах и наркотиках. Затем Нейтан достал самый настоящий пистолет и застрелил ее. И тут произошло нечто странное. Когда Нейтан достал пистолет, я чем-то выскочила, из-за угла, как будто могла остановить пулю. Но затем я почувствовала, как в мире что-то изменилось. Голова заболела, мне удалось повернуться. Повернуть время вспять, и я снова оказалась в классе мистера Джефферсона. Я подумала, что меня накачали наркотиками, но затем успокоилась. Все события в классе повторились, так как я видела их раньше. День сурка не иначе. Я каким-то образом смогла отмотать время назад. Не было ни капли дождя, я понял тебя. Был только один способ узнать, не сошла ли я с ума. Отправиться в туалет и выяснить, смогу ли я спасти ту девушку от Нейтана на этот раз. Я понятия не имела, как мне это сделать, но я знал, что мне проще, что не прощу себя, если снова позволю ей умереть. На этот раз я правильно ответил на вопрос Джефферсона и поспешила в уборную. Я спрятался, когда пришел Нейтан, то я просто глазам своим не поверила. Он вел себя так же, как и в прошлый раз. Затем вошла девушка, и Нейтан бы снова пострелил ее, не включи я пожарную тревогу. Ей удалось бежать. Кто молодец? Я молодец. Окей. И после всей этой дичи до меня докопался Дэвид Мэтсон, который считает себя здешним Чаком Норрисом, здешником, заебись читаю, защитником Блэквелла. Нейтан Прескотт чуть не убил девушку в туалете, но нет, все проблемы создаю я. Я очень благодарна ректору Уэлсу за то, что он вступился за меня. Я хотела рассказать ректору о том, что увидела в туалете, но мне не хотелось упоминать о девушке и моей новой способности по вполне понятным причинам. Я не знала, как сказать ему об этом, не выставив себя сумасшедшей. Он обвинил меня в том, что я включила тревогу, но я все равно считаю, что поступила правильно. Не рассказав ему о том, что самый, почитаемый ученик Блэквелла убил девушку в альтернативной временной линии. Итак, мой школьный день начался с апокалиптического сна, а закончился тем, что я спасла чужую жизнь и обнаружила у себя способность обращать время вспять. У меня просто слов нет. Ебать, мы пропустили столько, надо почитать все на самом деле. Сейчас все кажется таким неправдоподобным, и никому нельзя об этом рассказывать. То есть, единственного человека, которого я могла бы посвятить в эту тайну, я не видела уже 5 лет. Возможно, Уоррен бы мне помог, ведь он умный. Быть может, он даже придумал бы всему этому объяснение. Но пока я не выясню, что это за способность, мне стоит о ней помалкивать. Сосредоточься лучше на уроках. Уоррен прислал мне сообщение, просит вернуть его флешку. А ведь я не успел заценить все клевые сериалы и фильмы на ней. Я глянул несколько серий «Доктора Кто» и «Секретных материалов». Запоем посмотрел «Стального алхимика», затем «Быстрее кошечка», «Убей-убей», фильм про очумелых амазонок, «Тецо», «Киберпанк», «Путешествие с крутыми спецификами» и «Скотта Пилигрима» уже который раз. Кстати, на территории кампуса я видел кучу объявлений о Рэйчел Эмбер, исчезнувшей ученице из Блэквелла. Грустно видеть ее улыбающееся лицо и думать об ужасных вещах, которые с ней могли произойти. Если бы я могла отмотать время на 6 месяцев назад, то обязательно бы это сделала. Мне нужно было вернуть флешку Уоррену, но Виктория со своими мегерами преградила мне путь в общагу и даже сфотографировала. Такое обычно происходит в молодежных комедиях, аж не верится. Она послала меня на все 4 селфи, остроумно.
Я не понимаю, зачем она себя так ведет. У нее ведь и так есть все, о чем только можно мечтать. Она вынудила меня воспользоваться перемоткой, пока я наконец не нашла способ убрать ее с дороги. Я не хочу пользоваться этой способностью для незначительной фигни, особенно если учесть, что этот дар дала мне Вселенная. Но так как я хотя бы смогла испытывать его. Как ваши дела, господа? Здравствуй, психом. Все хорошо. Все еще поверить не могу, что сфотографировала Викторию, покрытую краской и с чувством мести. Ах, какая я смелая. Она пообещала отомстить, так что я думаю, что официально заработала себе первого врага в Блэквилле. Очередная драма. Джульетта заперла Дану в комнате. Она решила, что та занималась Юртом с Закари. Чушь какая-то. И пусть я уже порядочно устала, но придется вмешаться, если я хочу забрать у нее флешку Уоррена. Джульетта узнала об этом от Виктории. Теперь нет сомнений, кто главный виновник. Я прокралась в комнату Виктории и на ее ноутбуке обнаружила переписку, доказывающую, что она все выдумала ради забавы. Мне пришлось порыться в вещах Виктории, и теперь я ощущаю себя воришкой. Когда Джульетта получала доказательства вины Виктории, я смогла забрать флешку. Дана оказалась расстроенной, поэтому я решила попытаться выяснить, что стряслось. Я нашла тест на беременность и назначение врача вместе с запиской от Логана. Дана признала беременность, и я поняла, что у всех моих друзей такие же серьезные проблемы, как и у меня. Эх. Мне правда нужно совладать со своим умением. Я не хочу попросту тратить силу, ведь есть какая-то причина, по которой я получил ее, и лучше бы научиться пользоваться ей правильно. Я могла использовать ее для чего-то простого, например, чтобы предупредить Алису о лечащем в нее мече, насколько избирательным мне стоит быть. Я увидела, как Дэвид Мэтсон орал на Кейт Марш. Было плохо слышно, но похоже, он ее в чем-то обвинял. Бросаться обвинениями – это все, на что он способен. В конце концов, он охранник, а не тюремщик. Называй меня трусихой, но я как и не решила смешаться. Да, я была напугана. У меня все еще случаются моменты, когда я чувствую себя маленькой, беспомощной девочкой. Вряд ли Кейт простит, что я бросил ее одну. Я подвела ее. Здоров. Дэвид Мэтсон? Да, Мэтсон. Мэтсон. Это мы читаем то, что было в прошлых эпизодах, по-моему, то, что она в дневник записывала. Короче, мы забыли это все. Так что надо прочесть. Мне интересно. Этот день становится все страннее с каждой минутой. До сих пор не верится, что я это пишу. Казалось бы, простое задание – отнести флешку Уоррена, но даже тут я сумела влипнуть в неприятности. Но все сложилось одновременно и хорошо, и плохо. Правила Инь и Ян, наверное. Я встретилась с Уорреном, чтобы заценить его новую ретро-тачку, и ко мне пристал Нейтан Прескотт. Он чуть ли не набросился на меня и начал катить бочку. Я помню, что он сделал в туалете, поэтому даже не знаю, злилась ли я или боялась. А потом вдруг появилась та самая девушка и оказалась моей лучшей подругой, Хлоя Прайс. Сначала мы обе пялились друг на друга в полном охреневании, но не успела я опомнится, как Уоррен отодрал от меня Нейтана, а мы с Хлоей уже утирали на ее пикапе. Мужик. Я перед ним в долгу. Я едва могла пошевелиться, когда увидела Хлою впервые за 5 лет. А потом еще и поняла, что Нейтан чуть не прихлопнул ее у меня на глазах. Хлоя спасла меня в самый последний момент. О, привет, я тебя знаю. Как дела? Что это? Это что, литература? Здравствуй, Артик. Нет, это игра, но просто читаем эти заметки. Заметки типа в книге. Это игра Life is Strange. Да. Пожалуй, сидеть по битом пикапе своей подруги, слушать музыку и пялиться на болванчика. Самое странное, что со мной сегодня случалось. Глядя на Хлою, я понимаю, что совсем не знаю ее. А ведь мы так дружили. Она сильно изменилась. Синие волосы, пирсинг, клевая обувь. А я выгляжу как неудачница. Я попыталась с ней заговорить, но не нашла подходящих слов. Хлоя тоже не спешила начать беседу. Мы так и сидели молча, будто совсем не знакомы друг с другом. Зато у меня появилось время отдышаться и собраться с мыслями. Я заметил, что мой любимый фотоаппарат разбился во время драки на стоянке. Как ни странно, на фоне всех остальных событий это заботит меня больше всего. Наоборот, меньше. Я пришел как больше, но нормально бывает. Я уже давно не была в доме Хлои. Вернуться в него сейчас – это как путешествие назад во времени. Приятно осознавать, что есть вещи, которые не меняются.
Запах в ее старом доме не изменился со времен нашего детства. Комната Хлои казалась отражением ее самой, такая же клевая и бунтарская. Хлоя была расстроена, поэтому я дала ей немного времени открыть и успокоиться. Открыть, блин, остыть. А сама я решила осмотреть ее комнату в надежде понять, как она жила все это время. Я нашла фотографии Хлои с Рэйчел. Хлоя не могла простить мне, что за все эти годы я так ни разу ей не позвонила. Со временем они с Рэйчел стали лучшими подругами. Они собирались вырваться из Аркадии и отправиться в Лос-Анджелес. Похоже, Рэйчел много значила для Хлои, раз она обклеила весь город этими листовками. Чувствую себя паршиво. Если бы я знала, через что Хлоя прошла после моего отъезда... Да, Макс, ты ужасная подруга. Исчезновение Рэйчел не дает Хлое покоя. Она говорит, что Рэйчел пропала сразу после того, как познакомилась с каким-то удивительным парнем. Наверняка тот оказался маньяком из интернета. Хлоя попросила ненадолго оставить ее одну, нужно пойти в гараж и поискать инструменты для починки камеры. Немного порыскав, я обнаружил целую кучу скрытых камер, установленных в коридорах и некоторых комнатах. Мне стало как-то не по себе. Насколько же больным надо быть, чтобы понатыкать камер внутри собственного дома? Теперь понятно, почему Хлоя так ненавидит своего отчима. Пока я возилась с камеры, Хлоя нашла фотографию бабочки и поняла, что я была в тот момент в туалете, и включила пожарную тревогу. Когда Хлоя осознала, что это я спасла ее жизнь, ее отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на все случившееся, она снова улыбается. Я так рада. Улыбка делает ее похожей на ту девочку, что я когда-то знала. Хлоя даже подарила мне старый отцовский инстаментик в честь возрождения нашей дружбы. А потом врубила музыку и начала танцевать как сумасшедшая. Она даже пыталась заставить меня потанцевать вместе с ней, но почти получилось. И тут появился отчим Хлои. Угадайте, кто это оказался? Наш школьный охранник Дэвид Мэдсон. Ну, так, грешник, так оно и есть, камон. Ты же что, часто сейчас звонишь по телефону друзьям, там, знакомым? По-моему, нет. Это нормально. Я не успел спрятаться, Дэвид ворвался в комнату. Его разозлила громкая музыка и то, что Хлоя пригласила меня без разрешения. Он казался еще более жутким, чем в школе. Пропал один из его пистолетов, и в краже он обвинил Хлою. Дальше стало хуже. Дэвид увидел косячок Хлои и вообще съехал с катушек. Я взяла всю вину на себя, и он чуть было не бросился на меня. Хорошо, что Хлоя вмешалась. Не думаю, что Дэвид это так оставит, но сейчас мне наплевать. Хлоя была так тронута моим геройским поступком. Мы с Хлоей решили, что пора убираться из дома. Она обещала показать мне одно классное место, совсем как в детстве, когда мы еще были лучшими подругами. Так мы с Хлоей оказались у маяка, наблюдая закат. Хлоя смягчилась и рассказала мне больше о Дэвиде и его суперпаранойи в школе и дома. Я даже не сомневалась, что это правда. Я хочу узнать, что за дела были у Хлои с Нейтаном Прескотом. Она сказала, что он торгует наркотиками, поэтому она решила шантажировать его в надежде, что он даст ей денег, которыми она смогла бы погасить долги. Наши жизни так изменились с тех пор, когда мы в последний раз гуляли в 13 лет. Поэтому у меня случился еще один ночной кошмар, или кошмар наяву. Я снова оказалась у маяка во время шторма, только на этот раз я следовала за призрачной ланью, пока не дошла до края обрыва. Чувствую холодное прикосновение дождя. Я наблюдал за тем, как торнадо сметает все на своем пути. Маяк рушился, и я чувствовал себя такой беспомощной, наблюдая, как торнадо двигается в сторону города. Затем Хлоя разбудила меня, и я рассказал ей про все увиденное. Ну а потом, чтобы закончить день на совсем уж необычной ноте, начался снегопад. Такое-то тепло. Это было ужасно странно, зловеще и чудесно. Я была в восторге, стоя под снегом, по снегам рядом со своей лучшей подругой. И на этом позитивной мысли я решила, что заслужила здоровый ночной сон. Понял. Ну, не приятно, когда мне звонят, взять косячок на себя, геройский поступок. Ну, там вообще не так было. Там она говорит такая, типа, ты же мне поможешь? И ты такой думаешь, бля, GG. Вообще, ну, я поставила, ну, ладно. Так, 8 октября сегодня... А, вот сегодня 8 октября, надо было сразу заметки посмотреть, толпа ее.
Сегодня проснулся с другим человеком, хоть и никто, кроме меня, об этом не в курсе. После вчерашнего знакомства со своей способностью спасения Хлои и прочей дичи, как сказала бы Виктория в Блэквилле, полагаю, все будет по-другому. А я-то думала, что тяжело это показывать миру свои фотографии. После того, как Хлоя меня подвезла, я начал собирать информацию по тому снегу, который внезапно пошел у маяка. Но местные метеорологи так и не нашли этому объяснение. Я так хотела во всем разобраться, что всю ночь провела за книгами о времени и физике. Все, последняя страничка. Правда, у меня друзей, я звонят не только коллекторы. А мне еще звонят эти, знаешь, как их зовут. Предлагают всякую хуйню, типа... Кредиты, блядь, в казино играл, мне по казино звонят еще. Я не Уоррен, поэтому в итоге еще больше запуталась. Думаю, что мне, что мое видение с торнадо и снегопадом как-то связано. Но со всей этой неразберихой хрен поймешь, что возможно, а что нет. Ну хотя бы мы с Хлоей снова зависаем вместе. Это точно судьба. Мне нужно принять душ, а потом встретиться с Хлоей и позавтракать. Бог-свидетель, я голодна. Душевой я встретил Кейт, она попросила вернуть Октябрьскую страну. Классная книга, надо купить себе такую же. Пока я была в душе, Виктория и Тейлор докопались до пятняшки Кейт по поводу видео. Потом они оставили на зеркале ссылку «Засранки». Совершенно не понимаю, как они могут так себя вести. У Виктории есть все, зачем ей издеваться на Кейт Марш? Мы же взрослые, а такое ощущение, будто в королевскую битву попали. Только без антиутопии и взрывающих голов. Только Виктория способна заставить меня почувствовать себя грязной в душе. Понял? Или в душе. Тупо жиза. Пока не сделал карточку в Сбере, мне тоже не звонили. Понял. Ну да, там продают эти данные. Так, все, мы прочли здесь. Фоточки. Еще два фотка надо найти. Знаете, на кого-то челик похож. Слышишь, Ворон, короче, этот похож на этого... на челика из «Как приручить дракона», короче, главного героя, если ты шаришь. Think about it. Кстати, я сказал, что я не проходил эту сюжетку, именно второй эпизод. А это здесь будет выручь, где они будут крутить в этом кафе. В кафе, короче, будут сидеть, и там надо будет запомнить какие-то вещи, типа там таракан пробежал, музыка заиграла, там печенька упала, блять. Это здесь или не здесь? Я такую хуйню просто помню. Или похож. Я что-то реально смотрю на него, пиздец. И он что-то вот, сука, один в один просто. Только он немножко перерисован. Так. Нам какой-то открытый номер пишет. Держи рот на замке, иначе тебе не поздоровится. Я знаю, где ты живешь, блядь. Понял? Мама пишет. Днем рождения, Максим. И поэтому проебали, там давно писали. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло уже 18 лет с тех пор, как ты родилась. Окей. Спасибо, мама. Так. Нам пишут... Ага, вот она пишет вам. Я вообще ничего не видел. Так, она сегодня писала, да, 8-10. Ебать, она так рано... А, они в нули переписывались еще. Эх, хиппи. Что скажешь насчет этого злоебучего снега и твоей новой силы, или ты уже вернулся назад во времени и совсем разобралась? Я не могу перемещаться так далеко, хитрожопик. А мне нужна твоя помощь. Как когда ты сказал моему урочим. Бля, мне так понравится, что он его урочим называет, пиздец. Вроде тут, понял. Значит, я проходил все-таки. Так, ладно, она пишет, получается, безумно, Макс, ты меня игноришь. Я ведь говорил тебе никогда в жизни никаких смайлов. Увидимся в кафе через 40 минут. По-моему, опаздываем уже. Не опоздай, или я буду знать, что время не на твоей стороне. Не накурись там, как у меня в комнате. Уже в пути. Ты само зло, 40 минут, а то убью. По-моему, мы не успеваем, блядь, уже. Да и хуй с ней. Так, ладно, поехали, выйдем с общажки. Бля, ну ладно, давай победим с тобой, давай. Hey, Brooke. Привет, Брук. Привет, Макс.
Видела, как вчера и шел снег. Во. Did you see the freak snowfall Ты видел yesterday? Тот странный снегопад? Я взгляд не могла оторвать от вчерашнего снегопада. Не могу понять, шутишь ты или нет. Но так как я профан науки, ты не могла бы объяснить, в чем дело? Серьезно? Даже метеорологи не могут объяснить этот снегопад. А вот Уоррен, наверное, может. Ты с ним уже поговорила? Нет. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Потом поговорим, Макс. Ну и пошла ты, блядь, давай в комнату постучим. У нас же времени дохуя. Я понял. Не хочу смотреть на плакаты. Карта нам не нужна, карта нам не нужна. Поехали домой. No need to go в мусорке посмотрим. Samuel truly is a weirdo, but he is great at cleaning up. Бля, ты нас не выпустишь? А, не выпустят. No reason to go now. Да в смысле, no reason to go now. No need to go there now. А, на книжку отдай сначала, по-моему. О, бля, Дана, ты ненавидишь меня? Do you hate me? No, Max, I don't hate you. Not that I don't like juicy gossip. I just wish you weren't so nosy. Мне все равно. Because I care. I would laugh, but you did save me yesterday. So let's call it even. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. Ого. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Короче, нам приглашают её на вечеринку. И говорит, возьми какой-то мой наряд. Are you coming to the party or not? А это отнекивается, как обычно. Хотя до этого он говорил, что надо, блядь, вступить ей на такую хуйню. Давай, почему бы и нет, пойдем, конечно. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Не соглашаться, на самом деле, да ладно. Так, окей. Бля, какие противозачаточные у тебя ёбаный сарай, ты шо, ебанулась, что ли? Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Ой, случайно. Такая, Го в ноутбуке посидим её. Who will survive and what will be left of them? Просто шо такое? I could pull this look off. Наряд готический, кабаре танцовщицы, я понял, спасибо. Так, ладно, мы с тобой попиздели. О, Джулиет, здорово. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Зачем мне смотреть? Это не круто. Зачем мне смотреть? Ну. Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that, and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Что значит, Виктория, ты серьёзно? Что значит, Закари, ты серьёзно? Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Короче, записали. Джулиет серва ебаная. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Прикольно, хотя бы что-то в зеркале, да, можно смотреться, видно хотя бы что-то. Раньше типа нет, нельзя было. Так, туалетку мы предотвратили, здесь нам делать нехуй. Комната Кейт. Kate? You in there? Yes, I'm here. Ну, поехали. Так, не хочу ткань зеркала. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself. Kate is all alone dealing with this video. Кейт, нам потом позвонил ректор Уэллс и сказал про тебя какое-то видео с вечеринки. Наши опасения по поводу твоего поступления Блэка подтвердились. Прошу, позвони нам сегодня после занятий, чтобы мы могли обсудить это. Мы надеемся, ты не опозорила себя и нашу семью. Мы будем молиться за тебя и ждем, что ты
будешь молиться о прощении. Твоя мать. Просто твоя мать в конце. Мама, позвони нам. Клуб Циклон. Марк, следующее задание. Опа. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Так, 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 одежда у нее валяется, валяется, валяется. Ну, блядь. Poor Kate. She doesn't look good. Говорим. Hey, Kate, I brought your book. Max, why didn't you do anything when David harassed me yesterday? Я испугалась, блядь. I'm sorry. I was scared. I can be pretty gutless. Нихуя себе сказал я себе на привет, я проснулся. Здравствуй, Надя. I just feel like nobody cares. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. Чуть поздний стрим сегодня. He thinks I'm part of the Vortex Club. Так, нужно что-то ответить, да? Нужно что-то ответить, нужно что-то ответить. Не ожидал вас тут увидеть, понял такое. Но я тоже не ожидал, на самом деле. Давай что это за видео? Спросим. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Тут не его посмотреть. Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Короче, она перетрахалась с кучей людей, ничего не помню, пиздец. А зачем ты пошла? Давайте so расспросим ее. Why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more about that. Такая. Я просто перецеловалась с кучей людей, ну, типа, бывает такое. Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Уверена? Are you sure it was just one sip? I take a sip at church, конечно, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody она просто бутылку выпила, по-моему. А может, три. Я помню, как у меня закружилась голова. Потом Нейтан Прескотт сказал, что отвезет меня в больницу. Нейтан Прескотт, блядь, ну-ка, нихуя себе. Нейтан Прескотт? О, shit. Твою мать. Он был на удивление мил со мной, когда предложил помощь. Он антоним слова «милый». Что дальше? All I recall я помню только, что мы долго ехали, а потом я очнулась в комнате. Она была светлой и белой, поэтому я решила, что мы в больнице. Продолжай, слушай. Кто-то говорил со мной спокойным голосом. Я думала, что это врач. Пока не услышала Нейтана и не почувствовала острый укол в шею. That's all I remember. Это все, что я помню. Я не знаю, что произошло. Пиздец. Что вы думаете? Включусь к вам. Хорошо, я надел, давай. Каких отметил? Без понятия. Может, Виктория? Она была там. Своя любимая. Она попала. Боже, Кейт, мне так жаль. Это просто жопа. Это просто жопа. Что если моя церковь увидит это? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. Спасибо, Макс, ты можешь оставить мою книгу здесь, рядом. Рядом с чем? Не успел прочесть. Еще... Да, да. Ну, или она захотела так. А что, в открытке интересно? О, кролик, смотри, давай фото кролика сделаем. Фурич, ПВ-работа? Да, ПВ-работа, только что посмотрел. Письмо посмотрим. Ouch. She left out damnation. Милая Кэти,
Ни Дух Святой, ни дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделал на этом видео. Подобное изеваль ты предстала перед лицом Господа в своем блуде. Всей церкви мы будем молиться, чтобы Бог спас твою душу от вечного огня преисподней. Тетя Марш. Понял. В смысле, не играл грешник? Я его в сети видел сегодня, по-моему. Или я что-то путаю? А, поехали. Вот теперь нас выпустят, да? Сука, нас дверь не выпускает. В смысле? А, надо книгу оставить, да? Точно. Макс, можно задать тебе вопрос? Только, пожалуйста, ответь честно. Конечно, Кейт, все что угодно. Мне нужно понять, помог мне Нейтан на той вечеринке или навредил. Может мне пойти в полицию? Опа, нахуй. Опа, блядь, опа. Что делаем? Полицию? Ладно, нужны доказательства. А, понял тебя. Сделаешь это, и они тебе не поверят. Ты зажигающая с теми парнями. Видео будет использовано против тебя, а это плохо. Я знаю, что меня накачали. Это должно быть. В смысле, можно типа обратиться к врачу, пока не поздно, блядь. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Thanks, Max, блядь. Что ты ноешь, бля? Я надела, что там было в ивенте вообще, так не понял. Хорошая работа, доктор Марс. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Стой, да не мои просунки, понял тебя. Понял, теперь мы точно выйдем, так, мы уже опаздны, по-моему. Ой, блядь, осталось 30 минут просто. Макс, еда, два кита, приходи. Не сама пальца, а телефон. Ура, завтрак. Никаких смайлов. Мать твою, никаких смайлов. Просто. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Да, блядь, нам все пускать нас. Ой, я вообще думаю, может еще сундуков открыть немножко. Капелюху совсем. Или не стоит. Чисто по фану. Хотя, наверное, они не окупятся. Чисто голды 100 купить на 15 лямов. Ну там не 15, будет 17 лямов, конечно. Хейтер смайл. Понял тебя. Ну да, кстати. Так, ну давай садовник. О, птицу давайте. А почему сфоткать нельзя ее? Сэмюэл, давай поговорим с тобой. Hey, Samuel. You're up early. Oh. Hello, young Max. Макс. Я обожаю раннее утро. Все такое тихое и спокойное. И зверушки словно просыпаются вместе со мной. Животные? А, поговорим. Так, давай снег, про снег спросим. Ты Джинни продал? Да. Я за 60 миллионов продал. Кстати, ты продал? Да. Я продал за 38 кака стиль в коте и за 62 продал этот Юджиньку. Кота стоял сегодня днем, пока работал. Так, давай о животных поговорим. Я знаю, что Юджинку можно было продать за дороже, чем 62 ляма, но норм. Нашел один сундук и только на 6 раунде. Сцены от дыру. Ну вон винодел 15 лямов вынес. Я видел лань. О, про лань сейчас его не... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh. That's your spirit animal. Твой животный талисман. Ничего необычного. По-моему, ебанулся чуть-чуть. What do I know? My spirit animal is a squirrel. У него животный талисман белка. Я понял. See you later. Of course you will. Так, ладно, мы не будем отвлекаться сейчас. Я, конечно, знаю, что Фурич любит, когда мы со всеми NPC пиздим. Ну ладно, давай с Тейлор по 15. Hi, Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? И по 15 штуков тех и тех. Мощно.
Не будем ссориться, не будем ссориться. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Так, видеоскейт. Давай видеоскейт, я понял. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Давай Виктория поговорим. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Такая татуха на дереве. Рэйчел, сука, когда вернешь? Кого вернешь? Бабло? Бабло, да. Властные друзья. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Так, окей, записали. Записали письмо, потом прочтем, что она записала там. О, Уоррен стоит, ебать. Здорово, мужик. Тебе лицо набили вчера. О, синяком. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Было жестко. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Хлоя Прайс... Давай знакомь, пиратка, ебанем, чё нет. Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Бля, вопрос, я спалил его, не связывайся с ним, вот. He's dangerous, I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get пацан, не будьте таким надоедливым, как этот пацан, он сейчас заебал просто. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Нет, мы же на вечеринку согласились. No, I don't think I can concentrate on going out to the movies. I just feel like escaping. Fine. Be a damn dirty human. I'll go ape myself. Записали всё. У меня даже больше 15к, я там ГМС, ноги по 50к продал, а шопуски хочу через пару недель толкнуть, понял. А чё там, а, ГМС, ноги это как этот обычный. Привет, Игорь, Сидор, пьяница, мне кто? David talking to Nathan cannot be a good thing. Ильяс, ты чё там будяничаешь, а? This has something to do with Kate. Or Rachel. Нам нужно двух персов ещё раскрыть, выручь. У нас сюжетки только не хватает двух персов. Так, ну что, поехали в автобусе, поехали. Сейчас с кем-то попиздим. Бой такой водить там. А, я думал, это водила, а там это мужик просто. Сейчас музыка в уши и поехали. Мы еще бесконечно будем ехать, да? Это рекламная пауза. Блин, почему так вы вверх смотрит, а типа в бок там? А, все. Можно сказать кратко сюжет? Ну, пока едем. В общем, сюжет таков. Она жила здесь, вот эта вот главная героиня жила в этом городе много-много лет назад, 5 лет назад. Уехала с этого города, получается, в другой. И она вернулась сюда поступать в университет. Вот, соответственно, приехал сюда поступать в университет на фотографию, короче. Типа там, тут есть челик, который очень хорош в фотографиях, и она хочет на него обучаться. Вот, и, соответственно, короче, получается такая тема, что ей типа снится сон, как будто, о том, что на город идет какая-то буря, торнадо, типа, что он снесет город к хуям. Она понимает, что это не сон, и потом у нее появляется суперспособность, так сказать, проматывать время обратно,
точнее отматывать. Вот. И она хочет спасти этот город, хочет понять, почему этот торнадо настигает этот город вообще в целом, и как это можно предотвратить. Ну и она встречает свою лучшую подругу детства, с которой она общалась и от которой она свалила, не сказав ей ни слова. Она делает снова сервер, и снова сервер ушел 1.6. Но она старым играет. Даже не питая надежду. О, новые персы. Давай поговорим с женщиной. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Я только приехала. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. Хорошо, all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things? Спасибо, Илья, спасибо. I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Спасибо, нам не пригодится. Понял. Надо было русский субтитры скачать, чтобы вы могли слушать, чтобы я не читал. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Но это не то все равно. Хо-хо. У нее силы уже раньше были, по сути. О, давайте брошюрки посмотрим. Бля, мы там тупо опаздываем. Ебать, мы опаздываем. Она пишет... она сама опаздывает. Ну, так, опаздывай, забей столик, мама тебя накормит. Очень надеюсь, повезет, если ты хотя бы к полудню поешь. Ой, она сама опоздала без того. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. У нас сегодня делают второй стрим. Есть первый эпизод. Он там где-то 3 часа идет или 2 с копейкой. Вот. Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Just about the королем гавань. Я был в прошлой жизни. Вы долго протянули, у вас есть лодка? Во. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. Только вид сбоку, вот с нами кто следит, сука. Oh, the fish used to jump onto my boat. Until the Prescotts and their finance fiends snapped up hard. Ну если продашь миражи, потом посмотрим. Но вообще, мне вообще нет смысла продавать миражи, потому что я розыгрыши делаю, и у меня там 50 миражей висит, плюс точиться типа надо. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Вы их знаете? Они владеют моей школой. Вы их знаете? Do you know them? Do good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Мужик странный такой. Там же боты бегут даже. Да, там же боты бегут. Ой, да, это сейчас надо запоминать будет выручь. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware. Good lord, talk about apocalyptic. Я же сам хавать хочу, а мне надо еду готовить. Че, поговорили с мужиком? Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. That graffiti has been here forever. Граффити. Вот это фото давай сделаем. Да не знаю, честно, распыляться туда и сюда, я на запой не успеваю. Да, я начал самое грустное, когда на несколько фронтов сразу. Аркадия гей сосет члены, понял.
Челны. Ладно, там не члены. Бля, можно вообще до всех доебаться тут, но, по-моему, это грустная затея. О, Тревор, нихуя Тревор есть. Гость не попстим. Алло, Макс. By the way, I know you saw me in the dorm. Комната данные. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Justin, давай с тобой. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. Усатый челик, просто усачий. You should be studying. У меня похож только жирный. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of Buzz, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Если всего на этом за месяц кричал, сейчас из-за учебы почти не играю. Релаксирую, так сказать. Так он 77-й на офисе, наверное, не? Или ты там уже на офисе? Ой, или ты просто там уже? На том сервере. And there she is, a lovely young woman. А, мы сейчас будем, Фридрих, мы сейчас будем доказывать ей, типа, что у нас есть сила, да, в этой бабе. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Надел, он тебя про тот сервер спрашивает, какой ты уровень на том сервере? You're still smart. But not that smart. Ильяс не играет на нашем сервере. По-моему, у него никнейм Аспер, лучик, и он на ЗПВшке не играет. Сейчас приезжаешь в нее. I'm sorry, this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It's very stupid. I'm sorry. Школьники, блин. Школьники за кухню не додумаются. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone. Тоже получил футболку. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe понимает. Chloe understands. She just needs. Ну, я делал, не все получили. Нет, вином не получил. I know that sucks for you. Он 29-й. До 20-го уровня не получил. 30-го уровня только. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. I mean. Не, Ильяс, они больше 1 миллион рублей не гребут, это слишком дохуя, ты чё? Слишком большие деньги. Had a joint, right? You took that responsibility. Тихо, хватит сраться, блядь. Так, Дэвид напугал меня. David scared me when he said he might have my scholarship taken away for that stupid joint. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Kate Marsh. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? Yesterday, I took a picture of him fighting with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So,
Now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Бля, ненавижу бекон, поэтому бельгийскую вафлю возьму. The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, ну, Илья, слухов тоже добыла, может быть. Now finish your coffee. One Belgian waffle for the hungry girl, pronto. Ну, там граффити есть. One Belgian waffle at 12 o'clock hot. Nerd. I love the delicious anticipation of breakfast. Ну что, флайхак даже работает? Бля, помню, у меня был этот флайхак, вообще заебатая тема. Тупо прыгал. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Ну смотри, Ильяс, я твой знакомый. Если скажу тебе, что я донил 100 тысяч, ты поверишь мне? Бля, прикольная тема. Прикольный хит был. Ебать так дорого за $5, 50 центов. 350 рублей, сука, омлет бекона. Они еще в каком-то коротке ссаны, вообще жестко. Хотя для кафехи, а для кафехи, ладно. No beer? What kind of dive is this? Oh yes, black coffee. You will be mine. Incoming. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. Yes, можно бабки обузить. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl. Woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. Не, Ильяс, по-другому можно бабки обузить. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any. Бля, сейчас надо будет доказывать, короче. Все, тихо, чат не читаю сейчас. А то я одним глазом в чате, одним глазом в тексте здесь. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have X-ray vision, dude? I don't even know. Еще могу твое имя спалить. И оно не будет секретом. Так, все, тихо. Сейчас надо запоминать. Okay, Max. Impress me. Так, ну, Максю, так. Бля, я сейчас проебался. У нее ключи там, блядь, в кармане. Сука, у нее в кармане ключи. Ну-ка, okay, перемотку сделаем. Бля, там ключи. Ну, ёб ты, долбоёб. Я вспомнил. Ключи мне так. That was beyond epic fail. You even made me wanna believe you. Монетка, сишки. Так, давай взглянем. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget. Так, ключи, сиги, монетки и. Счетчик, окей. Так. Перематываем. So, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hella ready.
Так, ключи. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Ну, медведь там. Так, брелок панда, вот он. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Сигарета. I'm pretty sure you have cigarettes. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Бля, сколько сигарет, я не помню. Но там их много было. 13 cigarettes. I smoke too much to have 13 cigarettes. Бля, 13 штук. Okay, нахуй, psychic girl. Вообще. Let me show you what's actually in my pockets. Сейчас опять заново все. Ёбаный сарай, блядь. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Я не считал их там. 3, 4, 5, ну да, 7 штук. А монеток сколько? 3, 4, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть таких и четыре таких. Ну, поехали. So, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max, I'm hella ready. А, бля, на туре можно стрим чекнуть. Долбоёб. Так. Опять заново ключи. Это мы пропустили. Брелок панда. Пропустили. Пропустили. Что еще? Ну, сигареты. I'm pretty sure you have cigarettes. Yes, you know I'm a smoker. Семь штук, окей. Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Так, ну. Штраф за парковку. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Блядь, забыл опять. Ну как выразить? 10:34. 10:34 a.m. Booyah! Max can tell time. Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Так, деньги. Some money. Здесь мелочь. Clearly I'm rich as fuck. Так, я ж пиздец какая богатая. Сколько именно? Бля, как центр-то? Я не знаю, как центр посчитать правильно. Сколько в центах там, я не шарю. Там было три больших монетки. Это по сколько? По 25 они центов идут? По 25 это 75. И 4. Сука, не. Как посчитать правильно? Я не знаю, сколько это центов. Ты что, ебу что ли в этих монетках? 82 или 86? Так нет, там непонятно, блядь, они какие-то там ссаные монетки, я не понимаю. Я не шарю в долларах в этих, блядь, центах. Точно три. Ну там было три... Блядь, по-моему, три больших... Нет, четыре больших, три маленьких. Или наоборот, я не помню. Сука, сейчас буду смотреть стрим. Сейчас я чекну. Ну, вообще не помню, блядь, но там были монетки. Там 4 было же серебряных, это по 20. Это по 20? Там 86 получается. Да, блядь, не могу это найти монетки. Там этот идет. Лиз за парковку. Так, а перед ним вот монетки. Так, смотри, получается. Да, там 4 серебряных. И 1, 2, 3, 4. А, ну да, это по центу, я понял. 86 тогда. 86. Все. Тупо 86, сейчас ебанем. Восемьдесят шесть центов. 86 cents. That's right, living large in Arcadia Bay. Сейчас такая хуяк, 86 центов, хуяк, 10:34. Такая, да ну нахуй. Офигеть. Все, грешник, хватит с Ильясом сраться нахуй. I'll take that crap off the table, Chloe.
Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remember. В смысле, как еда? Ты даже не ел. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. Тут уже хавать теперь за них. Блин, еще забыл купить после работы, капец. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler, so I will believe you without any doubt. I will predict the future. Я предскажу будущее. Не гони. Что запоминает она опять, бля? Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Ну давай. Сейчас она уронит. Опа. Did you break another cup? Really? No refill for you. Так, кофе упало. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my сигнализация? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club. Не трогай outside. Меня. He started it. I'm finishing it. Таракан там бежит, блядь. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Так, поговорить. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Так, блять, я забыл, кто там, дальнобойщик или... Вообще, по идее, дальнобойщик. Но, сука, там был Тревор еще рядом. Ладно, и пойдем, этот дальнобойщик обосрались, по-моему. So, what happens next? По-моему, я уже приебался. Полицейский вызывает по рации, и он уходит. Напарник уезжает без него. The cop gets an emergency alert on his radio, and his partner in the car... Да, я не помню, кстати, уже. Well, let's just see how this goes down. Джастин стрелянный рутся, и Джесс дает ему пару плевух. Бля, я не помню, сука, я помню, забыл, бля. Джастин и Тревор fight, and Joyce beats them. Там плюхи не будут, я забыл. Надо было стрим чёткнуть просто. Автомат сходит с ума, и когда в него забирается таракан, да. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Блять, там не дальнобойщик, по-моему, а тот петух все-таки. Вот тут дальний дальнобойщик, а этот, блять, нет, этот Тревос или как его там зовут. Ну, а сейчас отмотай назад, если что. Так, чпоньк нахуй. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. А вот он уехал без него, нормально тогда. So cool. Другой меня сучка. Бля, она клевух не дала, она просто их... Really. Короче, мы проебали. I'm going to predict four of... Так, все. Так. Вот этот вот будет. Trevor drops his glass, and Justin makes fun of him. So what happens? Бля, нет, уже не то, в смысле. Ну ладно. The cop gets in him. Well, let's just see how this goes down. Вот тут приебались мы, так. Остужает их пыл. Justin and Trevor are fighting, and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. New таракан. The jukebox goes crazy as. А в начале все-таки блин, не дальнобойщик, но все-таки в начале, короче. Бля, там было посмотреть, кто это. Ой, что-то мотнул случайно. Фри, что-то в начале дальнобойщик или Трэвис? That is so wrong. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Oh, so cool. Bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. А, нет, все нормально, отпад. И таракан сейчас будет.
Все нормально, предугадали, заебись. В смысле, чего ждешь? Я неправильно сделал? Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. В смысле? Блять, косяк. Так что не так-то, алло? I'm going to predict four events. Давайте опять дальнобойщика тогда выберем. The trucker drops his mug and... So, what happens next? Так. Ну, напарник без него уже уехал, по идее. The cop gets an emergency alert on... Well, let's just... Just... This is getting... И таракан. The jukebox... Ну тут-то что не так, давай, все, все верно, все нормально должно быть. А, вот, теперь нас смотрит, нормально, все. Тогда четко. Тогда дальнобойщик все-таки все верно было с самого начала. Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh, now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. He's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never... Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Опа, кровь пошла. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Если дальше, я вообще не помню, что будет. Пошли, пошли, пошли. Бля, тут не выйти. Да в смысле? Давай, давай, давай. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and what to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Че, Фырыч, ответим или не ответим? Давай ответим, посмотрим на ее реакцию, если что, отмотаем. По-уебански. Hey, Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate, I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Так, ну все, тогда заебись. Тогда так оставим. Ту-ру-ру-ту-ту-ру-ру. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Тут палка о двух концах, один хуй. Так, за нами следит мужик этот. Вышли на магистр до сих пор или уже вышли? Pissed at me this week. That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust.
My home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. И что, ну все? Ну, вы не успели? На волнах вылетел? Да, понял. Поздравляю тебя. А Рейка включили уже, да, наверное? Like step dildo. Until now. I'm not in the revolution yet. Может, не интернет лопнулся. Хотя он с телефона зашел бы, наверное. Drink? Yuck. You are so cute. Я понял. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. Обидно, бля. You can handle it. Ну а что делать, короче, иди спать. И будет нормально все. Пойдем бутылки искать, пойдем. Мы же ёбнутые, бутылки-то искать будем. Nope, I don't want to go there. Я понял. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Сейчас тупо разобьем ее, давай, разобьем. На, все перемотаем, давай, перемотаем. И туда еще положим. Так, что-то можно положить. Так, взглянем. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Бля, что-то положить-то можно. А, бон. Да обидно, что мы прошли, если бы Варни встал как из турка. Ну блин. А что делать? А что делать, Фыр? Что делать? Куда она положила эту бутылку? Сука, странно, странно, ладно. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Обидно, Фыр, то, что мне через 3 часа на работу, вот это обидно, вот это грустно. Прям. Beyond repair. Грустняшка. Rest in peace. Рубашка валяется чья-то. This is the scariest thing here. О, стиралочка. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Так, окей, бутылка. Boom. Only так, нам нужно 5 бутылок, по-моему. Что-то она пишет. Так, не держа поездки, думаю, будет круто прокатиться на новой машине, просто покружу город. Просто он тяжело выдалась неделька, я все еще перед тобой в долгу, да так и есть. Скажи, если вдруг передумаешь, окей. Ну да, работка печаль, да. До последнего потеть, а не из-за одного вылезшего игрока, просто вас... Бля, у меня такая тема была в магистре, кстати, там тоже челики ныли. Я им говорю, заебали ныть, то все. Бля, была у нас с ними такая тема у меня. Вау, сэр. О. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Давай ее сфоткаем. Бля, ла, не убегай, не... The dough is the perfect photo. Мы сможем... Мы сможем за ней пойти, да? Ну давай пойдем. Так там же пустота будет, если нас фоткает лань. Наверное. Там же должна быть пустая фотка, нет? У нее же типа распечатать сразу фотка, алло. Не понял. Ой, Фыриш, на самом деле так заебало работать, так заебало. Так,
Бля, жаль, тут не открытый мир. Мне кажется, вообще было бы поблуждать можно. Это было бы люто. Что-то странные звуки. Как она горит еще? А, это нам показывает, что типа горит. Понял. No way. I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. This was an old school punk shirt. А пойдем за бутылками дальше. По-моему, тут больше нет бутылок, наверное, в этой стороне. Поехали с другими. Вот он, дорога железная, сука. Костришка, блядь. I'm sure this is a popular party pit. Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. Блин, давай, отмотаем. Так, бутылка у нас уже взята, по-моему, да? Да, блядь, в смысле ты мотаешь далеко? Да тормозни ты, нахуй, тормозни. Я ее торможу, она что-то не алё. Ну ладно, бутылки у нас есть. В воскресенье школа закрыта, кайф. Понял, тебе надел. Не, мне на работу. А на ЖД мы не выйдем, да, дальше там? Он не даст нам выйти. А, нет, дал, нормально. Хочу сфоткать гравити. Жди дерьмо и живи. А, жди дерьмо и живи дальше, я понял. Вот, это прикольная тема, я, кстати, не помню. Не помню такого. Ой, случайно. Хотел бы я винодел тоже учиться, на самом деле. Вот, бля, буду, хотел бы. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Работа такая хуйня, честно. I want to die. Хочу сдохнуть, мамочки. Кто это написал? Who wrote this? Кто-то нам пишет постоянно. So Rachel did go to a Vortex Club party. Кейт. Чмоки. Так, я в этой стороне, чмоки, еще увидимся. В институте-то в школе нет. Да какая роднее? Просто учиться сейчас заебись, на самом деле. Miss Flyer is dated right before she disappeared. Now we're officially a trio. Я жду тут прекрасный день, когда это закончится. Хз, мой сюда тоже залуха будет, братишка. I don't want to intrude, but I was here. Тоже была здесь. That kind of hurts. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mistake. Знаешь, что после 9-го не ушел? Да забей, что-то, господи, нормально. Что-то начинаешь что-то плакать. После 9-го, блядь, в Шарагу пошел бы, она ходит в Шарага. Если ты шаришь, если ты можешь, зачем тебе, блядь, Шарага, когда ты можешь... Ты можешь реально отучиться на нормальной теме. Так, как ты наверх залезть-то? I bet I could get on the boat from a higher location. Тут не повыше, хорошо. Oh, poor thing. They left you here all alone. Where there's a boat, there's a pirate, which means booze bottles. Ну вот тут залезть можно. Да блядь. Я бы потом тут зашел, алло. Сука, понял. Шприцы. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground.
Гильзы. Так, перевернуть, конечно. Хуя на все сильные, так просто доску. Спокойненько. Вообще ёбнемся, го ёбнемся. А, она обратно сломается, да, наверное? По фану, по-любому сломается. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Ну, должна же. Не? Не, ладно. Так, а где у нас это? Хлоя или как ее там, я не помню. Фырыш, я ее потерял. Давай, Фырыш, пати, иди, серьезно. Че тебе тут сидит? Раз твой магистр уже проебал, то я думаю, ты следующий не пойдешь, next. Так, главное, нельзя. У себя ее нету. Nope, I don't want to go there. Туда тоже нельзя. В общем, все, надоело. Эти экзамены, не проверяющие никаких нужных в жизни знаний. Эти люди, которым не нравится своя работа в большинстве случаев. Я не хочу рассматривать это с пессимистической стороны, понял тебя. Я бы не сказал, что мне не нравится своя работа. Просто это заебывает в плане этого. Как его зовут? В плане рутины, братишка. Да, пойду скоро, хорошо. В плане рутины работа заебывает именно вот этим, а не тем, что там работать не хочется, еще что-то. Но иногда не вывожу честно, просто нервишек не хватает, понял тебя. I don't want to go that way. Блять, Фырыш, мы проебали ее. Где она там? Пойдем в логово, может она вернется сейчас. С бутылками. Винодел, нужно свыкнуться от учиться. Ну смотри, ты отучишься, да? Потом будешь работать, в итоге у тебя все будет одинаково, рутина постоянно будет. Ничего не изменится в будущем. I don't want to go that way. Да блять. Я не помню, где она, короче. Тупо не помню. О, поезд поехал. Почему когда он стоял, не было поезда, сука? Хочу его сфоткать. Ты дашь нам сфоткать? Не дашь, понял. Выиграть в какой МГИ? В Вендалсах он же. Вендалсах. Bigfoots were here. А вон она стоит, блять, а я думаю, где она. Что-то я тебя не видел тут, алло. Thanks, Max. Зачем 5 бутылок, если у тебя еще одна была, ты пьешь же. Ну ладно. One more for the road. Чпоньки все одинаковые бутылочки. You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Ни единой пули. Show me the way, Max. Направляй меня, Макс. Бля, в смысле направляй его? I need to see you shoot first. А, ее типа так. Да блять, в смысле она промазывает? Ты че, ебанутая? А, сейчас теперь нам хочется, понял. Ну правее. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir.
Oh, yeah. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Я думал, Мурдок с ним был бы сегодня. Where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Не, Фэрридж у нас не Мурдок. Ну выше. Now, Max, where выше. Do I aim? Aim slightly above. Right between the eyes. Oh, yeah. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Let's see you take a crack at that rusty barrel. Sorry, Mr. Barrel. Your time has come. Ебать, там рикошет. That bullet beats. Как убийца можно, алло. Так, и что мы отмотаем? Зачем мы отмотаем? Стреляй. А, монитор. Shoot, давай в тумбочку. With that old blue plank here. I hate old planks. Yawn. Мурок. Ну давай. Give me something to shoot, Mac. I bet you want to blow apart those old computer monitors. Let's reboot them with a bullet. Old school. Что, тебе не нравится, что ли? Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Как она попадает туда? Taking out the wheel rim now. Она в эту бутылку не попадала, а тут попадает. О. Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Так. Dude, I need a target before I shoot. Если сейчас по шину ёбнем, интересно, оно вниз упадёт или нет? Well, Max. Давай по бамперу. Бампер по бутылке ударить, не? Goodbye, cruel bumper. Ой, блядь, ебать, она пострелила ее. Мотай, ёпта. Нельзя мотать, нахуй. Как же ей больно-то. Нихуёвая филе. Dude, I need a target before I shoot. Бензопак взорвется, блядь. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. О, бля, к нам падает. Понял. Ладно, я так хотел по колесу бахнуть, конечно, ладно. Но ее убило нормально так. Сейчас ей плохо будет. Max, your nose. Damn. I don't. Слишком много сил потеряла. Чпанька. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messed up my head. Glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Опа, там отчим. Hey, it's Thelma and Louise. Конечно. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns.
just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Че, выстрелим нахуй его, а потом отмотаем. Да, выстрелим нахуй, сука, в ногу, бля, бля. That is hilarious. Oh, man. А жаль. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap да, like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Sorry. You were awesome. Thanks for standing up for me. Блин. Знаешь, вот сейчас можно было бы время назад вернуть и перезарядить пушку и стрелять ему в ногу. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Эй, куда ушла, лоб? Даже есть в смысле? Бля, я только что со мной стояла рядом, та пропала. Wowzer, why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Бля, куда она пропала? Или отсюда можно валить уже? Фыра, что за хуйня? Куда она исчезла, блядь? Куда она испарилась? Nope, I don't want to go there. Вот и шел гиппопотам, угрожая девушке ножом. И самое печальное, что не игры так, такие тоже существуют. Конечно. Не, но соль-то в том, что он ничего не сделал, понимаешь? Он просто пригрозил и все. А вон она куда ушла, пистолс, я понял. Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Я уже там, короче, я уже там, я уже иду по ней. It felt awful. I'm glad there was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power. You're gross. Don't fall. Даже стало, что тут поезда ездят. I think. Chloe, в таком городке. Why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Го фото сделаем. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Достань фотик, сделай фото. Pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Мне страшно, давай. Мне страшно. I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Мутки? Давай мутки. Hung out? You don't mean you... Oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried.
I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I don't know anymore. My brain is so fried from all this. I need a mental enema. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Rachel, yeah, but she moved. Why? Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Сейчас её как пость ебанёт там нахуй. Perfect. Тупо идеально. Бля, мы там оказались, да, сейчас? В этом сне еще будем. Опа, опа, опа. Ебаный сарай, сейчас ее поездом ебанет. Ну, Рафиал, близко. Поезд, нахуй, просто поезд. Что будем делать? Давайте поговорим просто с ней. Давай рычажок переключим. Да, ну конечно, все так просто, блядь. Maybe I can open this fuse box. Открывай, давай. Awesome. It's not locked. Бля, проводков-то дохуя. I better find a tool to cut those wires. А у нас времени ограничено или ограничено? Наверное, ограничено, ну ладно. The train's coming! Max, please! Так, взять. Лом, ебанём. Тихо, тихо, не ори, да, блядь, она не может даже спрыгнуть. По-моему, ее сейчас разъебут уже, бля. Я не успел, блядь. Так, я немножко не успеваю, там чуть-чуть совсем. Но сильно мотать, по-моему, нельзя. И серия Маши и Медведь весь сделано одно и то же, ударяя игру. Отруби ногу. Если видел фильм, где такой, где такая хуйня была, то я отрубай ногу. В смысле, спиздили из серии Маши и Медведь. Да что там было? Right, да блять, как переключить-то? У тебя же монтировка, блять, алло. Или перерезать все-таки. Так, монтировка не помогла, как я понимаю, правильно? Во, поиграем в супер-супер. Супер, ладно. Зачем я монтировку взял, да нахуя она не нужна? А, вот для чего я понял. Я тебе покажу потом. Скажу, какая серия, понял. В смысле, она не может монтировкой? Да бля, а, ну монтировку было выбрать изначально. Пока мы пока ломаем, там ее сейчас разгибут, смотри. Контр жмите, блядь. Блядь, он где-то рядом. А у нас предел. У нас предел. Все, и пизда. Ей пизда просто, смотри. Давай посмотрим, как ее разъебут. У нас просто больше нет отмотки.
Бля, есть, ладно. Но она маленькая, мы не успеваем. Мы не успеем эти ровки просто сломать тут. Опасался нахер делать. Сука, где тут ножницы? Ящиков-то много. О, кусачки. Возьми их, возьми, блин, быстрее взять. А, тут есть несколько отмоток. Бля, дверь, прикинь, закрыта дверь. А, все, фух. Давайдем, давайдем, давайдем. О, можно еще сбросить. Только нахуй это. Ой, в пизду. Потратили время на какое-то говно неинтересное, ненужное. Давай, режем. Какой резать? Давай зеленый провод, зеленые надежды. Так, ладно, давай еще разок. Зеленый. Ну давай тогда как бомбу в красный. Не, желтый обезреживает по-любому. Желтый обезреживает. Бля, иди нахуй, короче. Ее там разъебало, смотри. Красный отвечает, что за это? Вариант, близко. Ну давай режь уже, блядь, алло. Она не успевает. А, только там ее уже убило. Ладно, больше нам нужно времени. Нам нужна максималка, по-моему. Все. Я посрался. Ой, блядь. Now that's the right cable. Yes, I did it. Опа, 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 успела, смотри как. Ты видел, какая она, как матрица ему. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn, that was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? В итоге у нее кончится сила просто. Вообще, типа, это Маша Медведь спиздили, понимаешь? Это игра 2015 года. А Маша Медведь это недавно выходила. Ну, мне кажется, спиздили они. Игра-то старенькая. Даже 2014-го. У меня там строка, видел, заполняет сверху такая штучка, типа, заполняется, а от Марти бесконечно, но потом у нее времени меньше и меньше, становится меньше. И барьеры ставятся, потому что ей плохо становится. Здесь прикалываюсь, просто, похоже, смысл понял тебя. Сомневаюсь. Там мишка, так могу говорить. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? Что тут лил-то? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change, and your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors. We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar. Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Сейчас, по-моему, сейчас эпизод пройдется уже. Фэрридж, ты здесь еще? Да, Фэрридж. На самом деле, тут нон-стопом бежать просто очень быстро проходит эпизод. Прям быстро. Ну давай сейчас доиграем этот и спать тебя отпустим. I have
have a little time before Mr. Jefferson. Здесь пару минут перед уроком Джефферсона, так что можно немного тут побродить. Так, я с этим не хочу разговаривать. Там ничего интересного нету. Оттуда мы пришли. These elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Так, мы все видели, туда мы пройдем. Это мы смотрели в самом начале все тут. Туалет нас даже не пустит. Hello, О, надо найти ту бабу, она есть тут по-любому, которая нам... Тогда поговорим с этой. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. Ciao, Max. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Да, запишемся. Really? Oh, like you care. Не все равно, но... I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Так, нужно платье, потому что я понял. Достойно того, что даже мелкие элементы перевели на русский, но при этом на фоне акцент сохранили. Люблю такой формат, понял тебя. Да ты допройди эпизод, я уже в кровати усну, понял тебя вообще. Понял. Trevor surveys his domain. О, это мужик, это, давай поговорим с ним. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Ну давай скажем, что да, но я почему-то... Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. Выход, это прикольно, да, что перевели какие-то вещи. Так, а что насчет Кейт? What about Kate? I shouldn't have said anything. You know about that video going around. Is that why you hassled Kate yesterday? I took a photo of that moment for surveillance sake. Soldier, you don't have the facts. You think I'm a hypocrite because I want cameras around here for the safety of the students? That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. Yeah, I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Какая злая. Так, ладно, поехали. Эй, девчонка. Sit down. Окей. Сейчас сижу в роли научной фантастики, и я не котик Шредингера. Сейчас зайду. Мы пойдем к нему зайдем. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. Reminds me, I had to score some weed from Nathan. О, шкафчик. О, потирик. Что это такое? Нахуй, Блэк? Понял. So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Дай нам поговорить. Да, поговорим. You don't understand mine. Nobody да, блядь. Nobody. Just leave как me alone. Как раз меня проходит, он так меня толкает прям вообще нормально. Давай спросим у него, что случилось. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. You're not the only one. Do you have something you want to tell me? Don't get a feel, just... давай неважно скажем, если не будем посолепушка. Not exactly. Never mind. Sorry. I have to go and work on my photo. You can talk to me anytime. Мне кажется, он какой-то сука злой пиздец. Can I talk to you about Kate? I assume you know about this viral video? Все знают. Everybody knows.
That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doesn't protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support. What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Вот он доебался до нас, не сейчас. Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Чувак, надо скажи что-нибудь еще. Sure, okay. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Такой на меня посмотрел. Так, а где тут парень-то, блядь? А, во все. Вот он, Уоррен. Think, big brain, think. Hey, Уоррен. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Давай калий выберем, хуй с ним. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Сейчас взорвется нахуй, смотри. Блять, нахуй нам обнимашки. Мы, конечно, можем мотнуть. Ну, ладно. Yes, I am a scientist. Fuck. О, да, я ученый, сука. Понял. This can't be that hard. Не, в пизду не буду помогать им. Пошел он в очко. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. It's too bad you didn't sign the petition. Every signature counts, and yours might be the one that decided. Experimentko. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither, unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Да. Она подсказала, ебать, я понял. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson. Голову ему подскажем, короче, ладно, хуй с ним. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. Снегопад. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Что, будем мотать или им просто подскажем ему сейчас? Yes, I am a scientist. А тут мотать нельзя, что ли? А не, можно. Yes, I am a scientist. Мало? Я понял. Ну, го еще мотнем. Так. Блядь, она не останавливается.
Так, во. Hey, Warren. Maxwell Silverhammer. Asking me for help? Have to add either a bit of potassium or sodium. Хлор, ебать. Просто хлор. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. That was fun helping Warren. He's pretty cute так, when he's in on geek mode. Excuse me, Max. Да, блядь. Так, это мы все про... Мы же выбирали, блин. You can talk to me. I assume. What? Так, это мы от него. Чё-то я забыл, о чём говорю. I just don't want Kate Marsh to be the next Rachel Amber. Oh, Rachel Amber? Блин, вот это я посигнул. Ты ему лишнее сказал. Не сейчас. Not right now. Listen. Все, все, звоните ему, хорошо. Make me beautiful, Hayden. Though. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. Then right. Show me the look. How do I look, Taylor? You look like an asshole. О, Алису сфотаем. Как она в окно смотрит. Тупо без палева. Го ей фотку покажем. Not now, Max. I'm contemplating shit. No time to talk, Max. Posing in progress. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Here comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Or paparazzi. I want that photo, whore, or I get nasty. Too late. Meow! Bring out the claws. I love seeing chicks fight. Can I sit down, please? I don't know. Can you? Let her have the desk. That's all she's got. Assholes. Что-то они там хуйню нам сделали, по-моему. Сейчас ёбнемся, ещё что-то будет, бля, что-то будет. Опа. За ней кто там? Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. А, мы ждем, пока он придет, как там NPC придет. Что-то мы уже все с ПВХ насофнули. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier. Ты же прикинул, по-моему. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to... Что-то вылупился. Бля, класс. Judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for... Хуй, пишет нахрен, давай сбежим. Some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example.
who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in mind. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again! Так, по-моему, тут что-то пиздец водится. Everybody remain seated. Надо пойти посмотреть. Dismissed. Побежали быстрее, бля, бежим нахуй. Вы это видите? Чё там? Бля, он там на крыше стоит. Я понял. Ебанашка. Блять, надо. Тупо не давать ей упасть, я хуй знаю, что надо сделать. Бля, нам плохо. По-моему, пизда ей. Бля, у нас тупо нет столько времени. Жестко. Сложно, нахуй. Бля, птицу застопился, ёбаный сарай. Прикиньте, птицу застопился. Тупо нельзя было пройти. Бля, тут смешно, конечно. Так, надо в шарагу зайти. Охранник бежит. Сейчас я тоже прибегу. Видимо, не нужно помирить. Не-не-не. Сейчас мы ее спасем. Сейчас, блядь, мы все сделаем красиво. Но мне кажется, что ей так будет плохо сейчас. Он такая сейчас скажет ей, ёбаный сарай. Ну давай, скажи ей что-нибудь. Oh shit. What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Сейчас, короче, если мы неправильно ответим, она умрет, слышишь? Смотри, если мы сейчас неправильно ответим, она умрет. Ты что наделал? Да мы тоже издевались. I've been bullied too, Kate. And even when I got picked on, I stood up for myself. Бля, нет, плохо сказали. That's why you let David. Бля, хуйню сказали. Она сейчас упадет. Нет. That's not true. People want to help you. Yes. They want to help kill me. And they can get their wish. Бля, я хуйню ответил. Your life is still yours. Вверх, я уже хуйню ответил. We can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. И она сейчас прыгнет, смотри. Я здесь ради тебя, ты моя подруга, ты моя подруга. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Я еще доказать, я не была уверена, слишком опасно для нас. Мне нужно было больше времени. Блять. Я ищу доказательства, по-моему, слишком тупо. Слишком опасно для нас. Тоже как залупа. Мне нужно было больше времени. Я не была уверена. Блять. Давай верхняя, хуй с ним.
Сука, ну это обещание обоссанное. Мне кажется, она прыгнет после hey, этого. I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Сейчас подскользнется, как ёбнется, будет весело. We all need to have each other. Сука, она может подскользнуться, по-моему. I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Бля. Не опускай руки. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. Сейчас поскользнется. Чекайте. I'll come with you. You're my friend. Бля, что поскользнется. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Блядь. Твоя мать, твой отец, твои сестры, твои братья. Давай, блядь, твоя мать. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. Бля, ей не плевать на видео. Она писала, что она была сестра. Она была про сестер, они все помолились. Бля, нет, 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 нет. Она была про сестер. Они писали ей, что этот, они помолятся за нее. Сука, нет, не промотать, у нее сил больше нет. Пизда рулю. Сука, косяк. Все, врача косякнул. I know this isn't pleasant for any of us. But we have to go over what happened before Miss Marsh... Before she did Сильно. Я what she did. Просто. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Я забыл. Я ж читал, типа, что мамка ее сказала, что это позорище семьи, ебать. Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duty seriously. Можно было спасти вообще? I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Бля, там перепроходить так долго, пизда. Надо сначала пройти фул игру, чтобы перепроходить, блядь. Please, tell us everything. Ой, блядь. Ну, давай про видос хуйню. Че, мы, конечно, можем сказать, что ее накачали. Че, ебанем, что ее накачали? Я надел, что скажем, что ее накачали? Вот это будет лютая хуйня. Или Дэвид надавил на нее. Давай винодел выбираем. Но правый нахуй не будем брать, там этот смысла нету. Давай сольем, сольем. Тюха, давай сольем. Тупо накачал ее. Стой, в смысле?
Нужно что-то выбирать. Слишком сильное обвинение, не факт. Ну давай, Дэвид давил на нее. Давай нижняя, вот это вот. Давай, поехали. Мистер Мадсон was bullying Kate. Блядь, ну это плохое. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Here's a photo I took of David and Kate yesterday. That's not proof. Hold on, this isn't a courtroom. But I feel it would be in the best interest of Blackwell and this situation to put you on temporary leave. We will continue this conversation later. When the police finish their own investigation. Are you fucking kidding me? Ugh, this is major bullshit. I led troops into battle, and you're letting this punk lead you? No. I am sorry, David. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Да, подпишем, да. Он потом тебе предъявит, уверен, точнее ей. Well, I think we know less now than when we started. Но нормальный мужик. We'll be assisting the police with further inquiries. Нормальный мужик, отвечаю. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Не, он нормальный мужик, вот этот охранник, должен быть. Он батя этой бабы, короче, лучше под ноги, это что, нормально все. А вот тот ебанутый, вот этот вот, который рядом был, которому я сказал про наркоту, если бы, вот он ебанутый был. Вот он нас убить бы смог, мне кажется, мы наркоту сказали бы про него. Can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? Смотри, что-то пошло по небу. The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Бля, музычка прикольная. Опа, опа, опа. I believe you, Warren. I believe. У меня тоже уже доброе утро. 5 утра так-то. Надеюсь, он не к ней пришел домой, и они там не этот. А, окей, нормально все. Сейчас будет любовь.
Она его не любит, а вот он ее любит. Ну, точнее, ему нравится. Блин, надеюсь, там у них ничего такого нету. Все надо. Бля, вот он что-то делает. Вот это, мне кажется, что вот он, сука, петух. А этот-то что плачет? По-любому есть несколько сюжетов, короче, и по-любому мы проебали вот. Ну, если бы типа номерал, то другой был бы сюжет. Типа мы линию изменили. Ой, да тот, наркоша. У меня мурашки, это пиздец, музыка без этого вообще. Не могу, реально годная. Какие мурашки тупо чего? Наверное, круто. Реально после однокласной ставки вообще охуенно. Наушник вообще так громко орёт на слово, вообще он охуел. Ну классная глава, классная. Такая информативненькая. Да кто там сидит, интересно? Что-то там, сука, не то. Кто там сидел, интересненько? Все, главу прошли. Второй эпизод. Чепонька. Осталось два эпизода еще. Все по-своему задумывается за жизнь, и такие игры заставляют думать об этом тебя. Да, да. Да, так есть на самом деле, классно. Ну, сейчас... Нет, не буду сейчас проходить следующий эпизод, потому что у меня через 2 часа работа начнется, и я могу не успеть. А что... Или мне просто спидраном бежать. Я не хочу торопиться, поэтому я, наверное, просто эпизодиком одним вот так пройду, как сейчас прошли. И в следующий раз пойдем еще эпизодик. Ну, типа, за 2 стрима, или там за 1 стрим сразу 2 эпизода пройдем, посмотрим. Кусочками вообще лучше кусочками проходить. Так никуда не торопишься, и время спокойненько можно распределять. Не, ну классно, классно вообще было. Вот этот мне понравился эпизод больше, чем первый. Первый такой был, ну, особенно конец вообще просто годный, я не знаю, реально. Я даже не помню, я проходил, короче, давно эту игру, по-моему, но я не, ну, я кусками, короче, проходил. Не помню, я многое вообще не помню уже и не проходил. Сейчас врубаешь или посидим, потеем, чем, я не знаю, честно. Вообще, по идее, стрим чисто по прохождению хотел этой игры сделать. Я думаю, уж кушать пойти поварить, если тебе сварить, там, не знаю, что-нибудь на работу собрать. Я не смотрел первый, понял. У меня есть, ну, он где-то месяц назад, даже больше месяца, месяца полтора назад мы играли первый эпизод. А там часа на 3, примерно. Если будет потом время, хочешь, посмотри, можно послушать. Или поиграй сам, тоже прикольно. Но тут слишком быстро субтитры идут, бывает не успеваешь, поэтому и глаза устают очень сильно. Там еще такой шрифт. И лучше, наверное, все-таки скачать с русской озвучкой. Но там, наверное, проеб будет по тексту, мне кажется. Если русская озвучка, там очень много будет нестыковок, скорее всего. Хотя, хер его знает.
Наверное, думаю, сейчас закончу стрим лучше. Ну, в конце эпизода. Потом еще по стриме поиграем. Может быть, поиграю, понравилось. Если так кушать, пойду. Хорошего дня, спасибо тебе большое. Вечером что-нибудь будет, не знаю, вина дел, честно. Я, во-первых, не спал еще со вчера. Вот. Вчера же я тоже стримил, не спал. Сегодня тоже по стриму не спал. Не знаю, как будет вечером, да и настроение, если будет, то может быть по стриму, но не знаю, честно, я этого не хочу сказать. По идее, надо в ПВшке делать вещи, но посмотрим, посмотрим. Я на Джокера пойду. Я смотрел этот фильм, кстати, прикольный фильм. Я хочу, знаешь, что сходить на этого, на с Уилл Смитом фильм, не забыл, как называется он. Гемини, по-моему. Вот, я хочу на него сходить очень. И хочу сходить еще на фильм, он как-то называется, там, по-моему, «Мы» или что-то такое, ужасик. Не, не «Мы», как-то по-другому называется, по-моему. Короче, не помню, как он там называется, так, обычно. Уже в кино идет, по-моему, уже четверга. Может, завтра тоже в кино схожу, не знаю, после работы. Посмотрим. По состоянию буду смотреть, я никогда не хочу это. Давно хоррор не смотрел, тоже давно хоррор не смотрел. Ну, хотя как, я на одно ходил с Катюшей вместе. До этого не смотрел хоррор давно. Ну, будильник у меня уже. На самом деле, недугодных нет. Ну тут же на любителям, типа кому как нравится, понимаешь. Там, короче, кто хоррор выходит или выйдет, я не помню. Там про этот, про комнату страха будет какой-то прикольный, короче, видосик. Я смотрел трейлер, мне понравился. Ну, по трейлеру чисто. Давай, Нидел, приятного тебе аппетита. Спокойной ночи, когда будешь ложиться. Или спокойное утро. Вот. Сейчас тоже, наверное, пойду, что поем. Ну и на работу собираться буду. Через 2 часа уже уезжать. Спасибо, что был со мной. Спасибо, что сидел здесь. Ну и жаль, что мы ее похоронили. А, наверное, могли спасти все-таки. Но концовка охуенная. Понятно, ладно, выхожу, спасибо. Да не, все, спать не буду уже. Пакеты, давай, давай. Удачи тебе. Еще увидимся, ну или услышимся. Или и то. Тоже спать не буду. Хорошей работы дня, спасибо тебе большое, Ики. Спасибо. Тебе тоже хорошего дня. И работы, и чем ты будешь заниматься. Ребята, огромное спасибо, что смотрели. Кто, может быть, по записи посмотрит, тоже вам огромное спасибо, что смотрите.
Играете? Офигенная игра, ребят, честно. Я думаю, стоит попроходить ее, позалипать не сразу прям целиком, а по чуть-чуть, потому что, чтобы проникнуться в эту атмосферу, нужно играть не спеша и смотреть все, залипать на всякие вещи, вот. Поэтому спасибо всем большое. Ага, вот можно было что делать. Вот, да, тут в конце как раз-таки нам статистику бабахнули. То, что мы не смогли спасти, а там можно было ее спасти, да. Понял. Чилишь? Ну, что типа того, это прошел. Ну, я сейчас уже, наверное, офф-стрим буду, мы так чисто пофанились, поиграли. Проебали, мы проебали. В принципе, 3 часа у нас заняло прохождение этой части, второй. Поздно ты незнакомец, поздно. Буду оффить уже стрим. В общем, еще раз всем спасибо. Всем удачи, всем спокойной ночи, там, доброго утра, кто проснулся. Ну и хорошего дня на будущее. Не скучайте. Еще увидимся, припомню.